Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский успешно выполнили выход в открытый космос. Они проработали на внешней поверхности Международной космической станции семь с половиной часов. Это на полтора больше от запланированного. Задержаться пришлось, потому что космонавты не успели завершить работу по графику. В итоге вся программа выполнена на сто процентов, рассказали в Центре управления полетами. Это был первый выход российских космонавтов с февраля прошлого года. Юрчихин и в частности, испытали скафандр нового поколения «Орлан МКС». Установили на поверхности МКС аппаратуру для контроля за выбросами из сопел двигателей служебного модуля «Звезда». Ну а также вручную запустили на орбиту пять наноспутников и взяли со скобы с поверхности станции для поиска микробных загрязнений. Следующий выход в космос планируется на февраль будущего года.